Всем привет! 470-я серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 1 декабря. С русской озвучкой она появится на следующий день. И если вы хотите, чтобы в сериале показывали больше положительных сцен, а не грустных, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Яман искренне рад, что она не стала лучше, и врачи отпустили ее домой. Видно, что он уже, как и Юсуф, сильно привязался к ней. Даже если Яман вскоре влюбится в Нану, он не признается в своих чувствах, пока не убедится в том, что она тоже его любит. Но когда Яман узнает, что Нана Яхоглу, он будет разочарован и перестанет ей доверять. Конечно же, Идрис воспользуется этим моментом, чтобы навредить Нане и заполучить ее наследство. Благодаря Чингеру Яман поймет, что сама Нана ни в чем не виновата. А истинный злодей – это Идрис, и именно он заслуживает наказания. В это же время Айше наконец-то начала ценить Ферита. Когда все факты будут раскрыты, она поймет, что сильно ошибалась на его счет и совершила немало ошибок. Но хорошо, что у нее есть еще шанс все исправить. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал, не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.